Приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Юлиана. Как обычно, по традиции, вместе со мной заряжаем себя на самый лучший день и проговариваем такие слова. Я открыта для новых возможностей и готова принимать вызовы жизни. Вот повторяем один раз, и вы посмотрите, что вы обязательно добьетесь многого. Ну а теперь послание небес на 16 июня. Подарок судьбы. Сегодня небеса вам напоминают, что каждый день – это подарок. Каждый день нам дается возможность делать что-то новое, узнавать что-то интересное, встречать новых людей и создавать что-то прекрасное для себя и окружающих. Да, жизнь бывает трудной, и иногда мы сталкиваемся с различными препятствиями и испытаниями. Но вы должны верить, что вы сможете преодолеть все трудности, которые попадаются на вашем пути. На самом деле у вас есть сила и ресурсы, чтобы справляться со всем тем, что приходится переживать. Сегодня послание такое. Не теряйте надежду, не останавливайтесь на достигнутом, двигайтесь вперед, следуйте за своими мечтами, преодолевая все преграды на своем пути. И помните, вы не одиноки. У вас всегда есть люди, которые готовы поддержать и помочь вас в трудные моменты. Обязательно улыбайтесь, наслаждайтесь моментами и делайте самые лучшие вещи, которые вы можете себе представить. А самое главное, не забывайте, что вы прекрасны и уникальны, и ваша жизнь имеет огромный смысл и значение. И в течение всего дня обязательно повторяем такие слова. Я ценю свою жизнь и буду использовать ее для блага себе и окружающим. Вот повторяем 7 раз, и вы посмотрите, что обязательно в вашей жизни будет все прекрасно.